Тем временем композицию с мячом покажет представительница Черногории Лана Дамьянович. Сегодня так интересно. Несколько раз уже использовалась музыка из репертуара знаменитого Майкла Джексона, но каждый раз это были какие-то фортепианные обработки, да? Да, сейчас популярна Билли Джин. К сожалению, потеряла гимнастка предмет за площадку, вынуждена взять запасной предмет. Бедненькая, мне жалко ее, потому что такая юная девочка, выступая на чемпионате мира, конечно, Лана, очень волнительный момент, когда приходится бежать, менять предмет, снова вплетать себя в нить упражнения. Очень сложный психологический момент. Конечно, с собой идет расстроенная девочка. Ничего, такой вот опыт печальный. Возможно, в следующий раз приведет ее к более стабильному выступлению.